Здоровеньки были, здравствуйте, подписчики и зрители моего канала. С вами Digital Defender, и мы продолжаем... Сталкер, ты ушел на территорию подконтрольную долгу. Любая попытка нападения на наших людей будет караться смертью. И мы продолжаем проходить мод Stalker FM. Так, давайте сейчас нычку заберем. Есть. Мастер, ну? Трупик посмотрим. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Можно продать. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Это ничего. Вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Сталкер, стой. Стою. Дальше находится наша территория. База группировки Долг. И мы очень придирчиво выбираем тех, кого пускаем к себе домой. Если у тебя нет особо важных дел к нашему руководству, то мы тебя не пропустим. Понял? А если есть важное дело, сообщи его мне, я доведу до сведения начальства. А награду за сообщенное доведешь до меня. Для тебя наградой будет то, что я не грел тебя прикладом. И то верно. Извиняйте, ухожу. Сталкер, вали отсюда. Сейчас ему. Мы кого попало не пропускаем. Продадим. У него мало денежки. Ну то не страшно. Так это уже за НАПТО. Все. Сталкер, вали отсюда. Не надо делать бармену. Плевать нам на тебя и на бармена. У нас приказ никого не пропускать. Пошел вон. Я заплачу за проход. Вали отсюда. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Ухожу, ребята. Не нервничайте. Так, что делаю? Ой. Это же мне надо. Сейчас на агропром. Встретимся на агру. Так. А, смотрите, кто к нам колеса катит! И вот нас на агру встречает такая веселая губкомпания. Я тащусь, пацаны! Все, посмеялся, можно говорить? Угу. Привет, привет, коли не шутишь. По этой дороге откуда ты идешь? Недавно убежал с толкерюга. Похоже на тебя. Все сталкеры чем-то похожи. А если одинаковый комбез, так и не отличишь. Ага, в моем случае я в монолитовском комбезе. Вообще веселух. Во-во. Поэтому мне без разницы. Ты был это или кто другой. Гони бабки, что задолжал нам убежавший. Каждый должен отвечать за себя. Ты же не отвечаешь за то, что совершил хряк в темной долине. Или гопота на северном блокпосту. Или... Не-не-не, это не то, нифига, нет, ты гонишь. Так, Узырь говорит. Короче, карманы наружу, рюкзак вверх дном. Зато уйдешь своими ногами вниз, а не вперед. Ага, сейчас, насмотри, фигу, хватит. Я направляюсь к командиру военных по важному делу. А, ну тогда шагай. Ну, до встречи. Отвали. Так. Очень хотелось бы с первого раза. У меня нет времени болтать. Чтобы он остался жив. Вали нахрен, брателло! Отстань. Ты почему в таком виде? Шли с напарником дядьки из дупла на свалку. Нарвались на этих. Напарник убежал, мне не удалось. Напарник в туннеле кончился. Загнали его туда, приятели твоих надзирателей. Значит, и мне конец. Тихо говорит. Слушай, друг, выручай мне пистолет сзади за поясом. Давай прибьем уродов. Я тебе пригожусь, я много здесь знаю. Выручай, мы же сталкеры. Тише болтай. Косорылый сзади уже что-то почуял. Ну, понеслась душа в рай. Пацаны! Свободен. Так.
18 можно все взять. Тоже все. Дусловка, да? А я ее успел захватить. Вау. Слизь дали. Так, ну что, давайте пообщаемся. Блин, лицом повернись, не с задницей же говорит. Привет. Ну как ты? Не ахти, но выживу. Слушай, надо на свалку валить. Вояки здесь настоящий террор устроили. Что-то у них случилось, всех бьют. Дальше по дороге на заводе зажали группу крота. Короче, валим отсюда. Не, у меня дело к воякам, меня не тронут. Я на них работал, теперь осталась самая приятная часть дела. Хе, получка. Как знаешь, как знаешь. Ну, спасибо, что спас. На меня всегда рассчитывай. До встречи. Так, сейчас, да елки-палки, сейчас мы этому красавцу вот эти арты продадим. Никуда не сникай. 5 штук, так, что мне не надо? Так, давайте арты. Ой, это фигня. Не надо. Хлебчик не надо. Вот этого у меня много. Хватит. Так, что еще? Пока все, ладно. До встречи. Ну что, надо выручать нам крота. Вон куча артов, было бы кому их продавать. Классно, вот в Зове Припяти ездишь там артефакты, которые на вес. Ладно, возьмем. А в тенях Чернобыля нету. Вояки зажали меня во дворе! Выручайте, братцы! И по-моему еще ни в одном моде нету таких артов, которые вес уменьшаю. Свободен. Ай. Я тебя сейчас на тот свет отправлю, сечешь? Ты уверен? А я нет. На тот свет. Какой умный. Так. Перим. Блин, взял пистолет. Это можно. Сталкерю жалко. А вояк. А, тю. У этого я был. Спасибо, друг. Выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Послушай. Военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и побыстрее. Побежали, я тебя выведу. Побежали. Чего ж сам стоишь? Ну, теперь другое дело. Тири-тири-тири. Тут тихо. Можем подождать, пока рейд закончится. Серый сказал мне, что ты ищешь. Это здесь где-то, под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Удачи. Ну, спасибо. Спасибо тебе за твою помощь, сталкер. Не приди ты вовремя, я был бы уже покойником. Что за военные игрища здесь происходят? Я со своими ребятами нашел неплохое местечко с артефактами. Когда на нас непонятно почему
напали военные. Позже выяснилось, тотальный прочес агропрома. У вояк сбежал секретчик. Их командир гонит себя от злости. Нагоняй ожидается серьезный, может быть, с отставлением от должности. Теперь у вояк приказ зачистить агропром и найти беглеца. Вот те раз, а я направляюсь к начальнику военных. Это путь в могилу, приятель. Военные озверели. Сначала стреляют, потом велят остановиться. Неудачное время ты выбрал. Я рассчитывал получить хорошее вознаграждение. Ты его получишь только в одном случае. Если сообщишь военным, где находится их дезертир-секретчик. Во всех остальных случаях тебя ожидает летальный исход. Найти секретчика? Неплохая идея. Спасибо за подсказку. Рад, что помог. Отблагодарить тебя мне нечем. Лагерь и все имущество пришлось бросить из-за военных. Если интересует, вот тебе план подземелья. Где, как говорят, находится нычка самого стрелка. Мы тоже его искали, но ничего не нашли. Может, тебе больше повезет. На плане вся информация о тайнике, которая у нас есть. Но имей в виду, там помимо тайника бандиты, зверье и подозреваю военные. Поэтому я пас. Так, давайте 1600. Можно кое-что сбагрить. Хватит. Ладно, и на том спасибо. Удачи тебе, убегачи. Выполнено задание. Так, нам надо найти секретчика, но военные сволочи такие. Я их не очень люблю, поэтому будем действовать. Так. Ай-яй-яй, оружие заклинит. А мне до бара еще. Далеко-далеко до бара. Блин, что-то я косю. Блин. Подло. Но у них еще баканчики. Еще три. Где же вы? Где-то тут недалеко. Недалеко. Так. Лисичанский. А ты где, подлюка? Трин-трин-трин. Сейчас ентого гада найти надо. Во, как он меня найдет. Или кроту вздумается сюда переться. Ладно. Бакан взяли. Ага, он где-то здесь. Наивный какой.
Сейчас мы собираем абаканов и выберем, какой из них лучше. Я сейчас сходить уже, наверное, не смогу. Так, берем абакан. Здесь берем все. Так. Так, разрядить. Это выбросить. Разрядить. Точно выбросить. О! Отлично. Абаканчик у нас новенький. Эти нычки я обсматривать не буду. В принципе, мне не надо. Интересного там нет ничего. А вот тут вторую батареечку я возьму с удовольствием. Это на продажу. Так, меня тут пока стрелять не собираются. Ну, батареечка самое оно. Так, ты шо? Ага. А вот и наш секретчик. Привет. Здорово. Опа. Дай угадаю. Ты тот, из-за кого весь сырбор на агропроме поднялся, верно? А ты ищейка? Да, иди сдавай. Ты не угадал, я не ищейка. Но из-за твоего побега не могу попасть к вашему командиру. А он мне денежку должен. Денежку? Ага, ты оптимист, чтобы наш капитан кому-то денежку дал. Ну почему? Я выполнил задание, за него полагается вознаграждение. Но я не смогу его получить, пока тебя не поймают. Видишь, как получается? Сдашь? А ты что предлагаешь? Что предлагаю? Ну, я составил список паролей на эти дни. Сегодня пароль «Волк Тамбовский». Отзыв «Мой товарищ». С ним пройдешь хоть куда. Иди на КПП НИИ. Если получишь деньги, укажи, где я спрятался. Я никуда не уйду. А если не получишь, приходи сам. Базара нет, хорошая погода. Идем на НИИ. Вернее, на КПП. Так. Сейчас сделаем вот так. На всякий случай. Тирин. Стоять! Пристрелю, скотина! Стою, боюсь. Лейтенант Пыш. Стоять, пароль. Волк Тамбовский. Ого, откуда знаешь пароль? Отзыв давай, как положено. Видал чего? Ну, мой товарищ, отзыв. Теперь докладывай, кто такого, что нужно. По указанию командира НИИ выполнял задание. Теперь нужно с ним встретиться, доложить результат.
Прыток ты. Вначале я свяжусь с ним. Конечно, порядок есть порядок. Живи по уставу, завоюешь честь и славу. Я просто хренею. Какое у меня сегодня хреновое настроение. Что ляжет, пристрелю к такой-то матери. Капитан, какой-то бродяга хочет встретиться с тобой. Пристрели его, лейтенант. Так, сейчас похаваем. Ну, так, а этот торгует же ж. Вау, замечательно, на, дорогуша. Сейчас мы тут с тобой... Ай, иди сюда. Торганем. Вот, так он еще и по красоте арты взял. Так, тыдин. Нет, больше не смогу. Угу. Постой, какое пристрелить? Ты сообщи, что я нашел бумаги в лаборатории. Ладно, сейчас уточню, пристрелить или повешать. Про бумаги укажи непременно. Капитан, бродяга уверяет, что прибыл из темной и имеет важную бумагу из лаборатории. Бумагу непременно забрать, лейтенант, и пристрелить непременно бродягу. Видал, чё? Он там чё, очумел? Он же мне за работу должен. Приказ есть приказ. Мы люди подневольные, военные. О, гляди, лысый орел. Где? На бороде. И... Побежали, 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 побежали. Фу. Никакая падла у нас не выстрелила. Так, ну что, будем жаловаться секретчику. Скажем ему, ай-яй-яй, ой-ой-ой. А ваш... Командир полное фуфло. Здорово. Вот скоты. Вознаграждение получил? Да, собственную жизнь. Что же делать? Что делать? А ну, расскажи-ка, приятель, что произошло? Чего ты в бега подался? Ну, позарился на дармовщину, вот и весь сказ. Бандиты, что обитают в подземных катакомбах, попросили помочь с расшифровкой. Деньжат пообещали. У них есть выход прямо на территорию НИИ. Я ночью туда подошел с шифровальной машинкой. Но не успел слова сказать, как остался без нее и без оружия. Ограбили и в нору свою скрылись. Хотел тревогу поднять, но как объяснить пропажу шифровальной машинки, если ее выносить из комнаты нельзя. В общем, ничего умнее, чем убежать от счастья, я не придумал. Ага. Ограбили оружие, забрали с машинкой, сам стоит с Ксюхой за спиной. Ну ладно. Умяум, значит, ты в шифрах разбираешься. Ну-ка, глянь в эти бумаги, видишь столбцы чисел? Что это? Шифр? Вполне может быть. Точно могу сказать, если через машинку шифровальную прогнать. Как она выглядит, эта твоя машинка? По сути, это ноутбук. Но только с соответствующим программным обеспечением. Ноутбук? Ладно, посиди чуток здесь, схожу потолкую с теми хлопцами, что машинку у тебя отжали. Меня уже начинает раздражать возникающие на ровном месте проблемы. Как попасть в подземелье? Через нее не попадешь. Свой вход бандюки завалили. Я нашел неподалеку лаз, но там жутковато. Вниз слезешь, а как наверх выбираться? Я доски уже там приготовил, чтобы спуститься, но боюсь. Хорошо. Давай координаты лаза и жди здесь. Так, у тебя денежки, ага, денежки. Была у собаки хата называется, а не денежки. Ух ты, елки, сейчас радиации нахватаюсь. Сейчас так пока пробежимся.
О, шушла нам всякая лазит. Блин, лазик с него взять, если есть. Пустая. Ну ничего. Неприятность эту мы переживем. Так, салабоны далеко. Что нас тут ожидает? Не буду я это брать. Так, досточки и тайник. О, это возьмем. Все и досточки. Ну что, встретимся в подземелье. Так, вот мы и в подземелье. А вот и наш колян резанный, да? Колян ж вроде как. А, уколоты тю. Ух ты. Сейчас, секундочку. Ах ты ж футынутый. Так. Это дело такое. Хай это такое. Тикаем, тикаем, тикаем. А вон там лунный свет. Ладно, его потом возьмем. Так, пообщаемся с уколотым. Привет. Так, давай торганем сперва. А мне, блин, и торговать нечем-то. Ай-яй-яй. А вот эту можно, вот эту. Бинты. Так. Антирады можно ему сбагрить. Так что еще вот этих на две. Так, туда антирады на место возвращаем. Немножко. Пообщаемся. Здоров, здоров. Ты кто? Сталкер. А ты? А я Колян уколотый. Да ну, ты же вроде не жилец. Верно. Откуда знаешь? Хряк сказал. А, значит, ты есть тот самый сталкер, что отправил про сам Хряка. Да, как сказать... Вот чего не ожидал, так это встреча с тобой. Ну, спасибо, спасибо, молодец. Не знаю, как благодарить тебя. По какому поводу такой экстаз? Еще баргазм написали. Ты отомстил за меня, вот тебе причина экстаза. Хряк гнида заказал меня фрейта. Но я их перекупил, и они ему нашептали, что я оставил этот мир. Он носил поверью. И здесь подоспел ты. Спасибо, уважил. Прости, что хочешь, потому что мы теперь кореша. Все твое, мое. Мое, твое. Прямо сказать я не готов к такому повороту. Но раз кореша, то подскажи, кореш, не бывал ли у кого в ваших краях ноутбук военных? Ребята попросили узнать, может договоримся? Ноутбук? Дятла секретчика? Да, дятла. Он здесь. Хлопцы мои рассчитывали поиграться. Говорят, новый сталкер вышел с приставкой FM. А в ноте одни таблицы и больше ничего. Тупые вояки. Забираю. Просто так? Даром? Но мы же кореша. О чем толковище, братан? Впрочем, если хочешь выглядеть прилично, окажи услугу корешу. Разве не животных в уходах нет? Да, с вояками решил вопрос. Ищут беглого, грубят. Выход в ней завалили. В свою берлогу, бывшее убежище стрелка, попасть не могу. А там все нажитое непосильным трудом. Ну вот, кстати, там. В этих катакомбах я хозяин, и никого здесь не потерплю. Сделаешь? Да ну мы же кореша, не проблема. До встречи. Так, надеюсь... Ох ты, это шо ж такое? Надеюсь, лунный свет не пропадет. Пока я до него дойду.
Ну что ж. Понеслась душа в рай. Где там наши солдатики? Где там наши родимые? Отдохни. Ай-яй-яй. Сучка ты сраная. По-другому сделаем. Где? Вот она. Это. Стойники стрелка. Вот я вот не помню. Куртка сталкера лучше, чем 40, 50, 30. Так. Взрыв пулестойкость у этого 29, 30. Надо. Я этот отремонтирую. Это берем. Это курточка не надо. Ну вот этот автоматик. Он помимо того, что скорострельный, так у него еще 60 патронов в обойме. Ну что, вот наша машинка. Уколотый. Твое-мое. Твоя жизнь, моя жизнь. Ну хорошо. Укол. Так, одеться надо. Уколотый, приколотый. Лесом. Давайте, ребятки, выходите, выходите. Такое дело. Целых два дела. Так. Там не должно быть, по идее, сзади. Они все, по идее, тут спереди. Вон, даже звук выстрела у автомата приятный. Давайте идите сюда. Ага, ты в этом уверен? Труп. Угу. Это ты, друг, ходячий мертвец. Так, блин.
Падло попало по мне. Подъем его! Ой. Не хочу. Ты ж... Паскудина. Ага. И он все. Покойтесь с миром, ребятки. Че вы? Ну, хотя тут все можно взять. Там продадим. Веса, правда, 70. Блин, пистолет взял. Где? Так, вот эту хрень надо выкинуть. Нам не сейчас только мешает. Так лучше. Вон сталкер! Ой, блин! Фу, успел. Отлично. У меня да, этих уже занапта, у меня патронов можно больше не собирать. Ты под люка внизу, да? Так, 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 так. Не шведи, не шведи, что там. Да, да. Оно где-то внизу. Свободен. Теперь зверушек надо завалить для уколотого. Так, ну это мы вот так сделаем. Иди сюда. Так, ну ты тут сел, да? Ты не разговариваешь. Не.
Простите, меня пускают? Блин, нет, не пускают. Ты говоришь? Ты говоришь. Так. Сейчас начнется веселье. Привет. Успокойся, корешок колена уколотого. Иду потолковать с ним. Дельце у нас общее. Куда он девался? Так, Колян месяц назад копыта отбросил. Придумай что-нибудь веселее, а? Я полчаса назад с ним разговаривал. Я в теме, чувак. Ты разговаривал? А где ж ты его увидел? Возле свечки. Да, там. Колян меня попросил оказать услугу. Хочу сообщить ему, что выполнил его просьбу. Мы там его похоронили и свечку поставили. Ты разговаривал с покойником. А просьба у Калина всегда одна. Перебить всех живых в катакомбах, чтобы его дух здесь правил. Ты не первый, кого он об этом просит. Отправляйся к Калину. Так, надо тут по Шурику. Ты полегче. Атанда! Ливер вылет! Свободен мальчик. Тарам-тарам-тарам. Опять жрать хочет. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Вот это пожрал на свою голову. Умуляй леса. Вот так сделаю. Меньше будут попадать. Так, у меня, кстати, когда какого-то бандюка валил, у меня игра вылетала. Надеюсь, сейчас не будет вылетать. Ага, ты попробуй. Ну так иди сюда, чё ты? Я подойду, я не гордый. Так. Уроем нахрен! Уже лучше. О, ноги торчат. А! Так, вылета пока нет, уже хорошо. Тот попал, чтоб не сглазить. Ну, по-нормали, пацаны. Жду вас, друзья, жду. Видать, коленную чашечку ему прострелил, еще так согнулся, бедняжка. Еще один. Ладно. Что эти мне могут сказать? Второй тайничок. Третий. Сколько у меня? О, у меня 17 гранат. И что самое обидное, продать я их смогу только в баре. Блин. О. Такое я везде продам. Так, а кто это у нас один? Толян Козырь. О, лунный свет здесь. Классно. Ай, твою!
Колбаска. Так. Выносливость 109. Ну, вообще замечательно. У этого 73. Так, давайте сейчас. А нет, не так. Батарейки. И лунный свет. Там тот остался. Вау. Вау, это тут россыпь артефактов. Ха, ладно. Давайте их соберу. А потом продолжим запись. Так. Ох, блин. Пару раз подох. Ну ладно, я третий раз чуть не подох. А вот у нас наш, который уколотый. Помните, когда заходили, скелетона не было. Вот один из наших полученных тайников. И я не удивлюсь, если он пустой. А не. Ладно. Это дело мы можем продать. Что? Нам теперь... Ай. Опять чуть не нарвался. Нам теперь осталось выйти. Так, вот это снимаем. А у нас только 3 лунных света. Мало. Ха. Так, что я разогнался. Так, ну, немного при перевесе, конечно, оно чувствуется. Но зато моментально восстанавливается. Вот интересно, если все 6 лунных светов было. Так, ладно, чего же это все записываю? Давайте встретимся уже наверху. И вот мы возле секретчика. Привет. Ёлки. Гляди, она. Ни хрена себе. Ты точно ее нашел? Вот это да, как тебе удалось. Патронов оказалось достаточное количество. Ну-ка проверь, все ли цело, работает ли? Так, так, вроде цело, включаем. Ура, работает! Хорошо, вот бумага, расшифруй. Давай, так, что здесь? Ага, вроде ничего особенного. Обойдемся без радужных таблиц. Итак, получаем 2 группы цифр. Это шифр в шифре? Бред. Покажи. Да это же координаты, долгота и широта. Ты секретчиком служил? Нет, матросом во флоте. Что дальше делать будем? Так, дай подумать. Угу. Значит так, берешь нот и идешь к своему командиру Скряи. Подожди и не плачь, ничего он тебе не сделает. Скажешь, хотел узнать, что шифруют бандиты. Они пытались похитить ноутбук и сбежать. Ты бросился за ними в катакомбы, машинку вернул, бандиты лежат в катакомбах. Может проверить. Верно. Далее. Скажешь, что возвращаясь сейчас, встретил бродягу, который уступил за пару тысяч личных средств важную бумагу. Вот она, бумага, держи. По бумаге скажешь шифрованное сообщение. Но чтобы этот жадный капитан остался с носом, я нижнюю строчку цифр отрежу. Так что капитан не станет раздавать скандал, раз все обошлось. Ты еще и 2000 с него слупишь. Потерян предмет, документы. Ловко придумал, ты меня спас, я твой должник. Ничего. Я тоже многим должен. Больше мне здесь делать нечего. Пойду на свалку. Удачи. Так, ну что? По-хорошему уже надо заканчивать серию, ребята. И поэтому...
встретимся мы с вами в следующей серии на свалке. С вами был Digital Defender. Подписывайтесь, кто не подписался, ставьте лайки, кто не поставил лайки, рассказывайте друзьям. Пока, до новых встреч.